Здравствуйте. Сегодня я вам расскажу, как правильно нужно заводить культиватор. Так, ну, во-первых, нужно посмотреть, есть ли в двигателе масло. Это в первую очередь. Так, масло должно быть по резьбу. Вот, по резьбу. Проверяем, стоит ли он на нейтралке. Так, культиватор стоит. Ну и, соответственно, заправлен ли он бензин. Бензин есть, значит, он бензинчиком заправлен. Мы перекрываем заслонку, чтобы она была выключена, и открываем краник, чтобы он был открыт. Нащупываем и тянем резко вверх. Пускай он немножко прогревается. Закрытый заслонкой.